Министерство финансов Российской Федерации отчиталось. Дефицит государственного бюджета в июле снова увеличился. Теперь он составляет 2 триллиона 820 миллиардов рублей, что на 222 миллиарда больше, чем в июне. Причина проста. Доходы падают, а расходы растут. И это все последствия полномасштабного вторжения России в Украину. Главным наполнителем государственной казны страны-агрессора были нефтедоллары. После эмбарго на российское черное золото цены значительно снизились и, соответственно, прибыль уменьшилась. За июль продажа нефти и газа принесла России 800 миллиардов рублей. Общая сумма нефтегазовых доходов с начала года превысила 4 триллиона рублей, что на 41% меньше результата прошлого года. Для страны, которая живет за счет энергоресурсов, это сильный удар по экономике. Мы знаем о том, что у них доходы сократились очень здорово. У них в реальной действительности упали на 40% доходы от продажи энергоносителей. Вместо этого расходы бюджета только увеличиваются. С января по июль они составили 17 триллионов 400 миллиардов рублей, что на 14% больше, чем за тот же период 2022 года. При этом всем путинские соратники пытаются убедить народ, что все идет по плану. В конце июля министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета на уровне менее 3 триллионов рублей за год. Впрочем, экономисты убеждены, все это чушь. Правительство России скрывает реальную ситуацию с дефицитом бюджета страны, и в действительности все гораздо хуже, чем в отчетах Минфина. Вся статистика, практически вся, ту, которую нельзя верифицировать, да, это обман. За год дефицит не может быть меньше, чем 6-7 триллионов рублей. Потому что, по крайней мере, одна цифра известна, что продолжается падение доходов от нефтегазового сектора. Виной тому в том числе и расходы на войну против Украины. Как сообщает авторитетное издание Reuters, на днях Россия удвоила свои целевые расходы на оборону. В 2023 году Кремль потратит более 100 миллиардов долларов на военные действия, что составляет треть всех государственных расходов. Вопрос тут заключается принципиально в другом. Куда вы направляете средства, которые превышают ваши доходы? Если эти средства направляются на развитие экономических отношений, на новые инвестиционные проекты, то это однозначный плюс. Если мы говорим о том, что россияне вынуждены начинать тратить достаточно большие деньги на закупку вооружений у так называемых российских стран-партнеров, например, Северная Корея и Иран, то нужно понимать, что эти деньги никогда не принесут пользу ни российскому бюджету, ни экономике, ни российскому налогоплательщику. Спасти бюджет путинские прихвостни пытались с печатанием российских денег, но взамен обесценили национальную валюту. Один доллар в России уже стоит почти 100 рублей, а евро доходит до отметки 107 рублей. Все эти решения уже отражаются на гражданах страны. Это страшное преступление Путина перед гражданами, потому что за падением курса обязательно будет аналогичный рост цен. По данным Минфина, инфляция за первое полугодие была 4%. А по данным независимых агентств профессиональных, 16%. Реально инфляция при таком курсе 100, если взять на конец года, но будет приблизительно 22-23%. То есть все продукты, услуги и платежи будут стоить гораздо дороже. Если сейчас цена минимальной продуктовой корзины около 10 800 рублей, то вскоре за такой набор еды придется выложить 13 300, что почти на 2 500 рублей больше. И это при том, что минимальная зарплата в России составляет менее 14 тысяч рублей. Неудивительно, что обычные люди уже испытывают нехватку денег на продукты. Смотрите, какие цены просто. Это офигеть. Думайте, за кого голосовать? За нашу единороссов.
штука. И дальше, конечно, будет только хуже. Ведь пока Россия ведет кровавую войну против Украины, тратит миллиарды долларов на боевые действия и ракетные обстрелы, санкции со стороны агрессорки никто не снимет. А в таких условиях, когда все деньги уходят на убийство граждан соседней страны и зарабатывать большие средства невозможно, Россия и весь ее народ будут жить в изоляции и нищете.